Суперлифтинг первого применения. Дорогие и любимые, это инновации, а альтернативы которой абсолютно нет. Возвращение легенды именно сегодня. Эффективность доказана клинически. Корсет маска, доктор поз для подтяжки контура лица, которая бросает вызов гравитации. Это инновации из Южной Кореи, которая разработана брендом номер один. Причем при подтяжке всего лишь на 1 мм вашей кожи вы будете выглядеть на 5 лет моложе. Это многоразовая корсет-маска «Доктор Кос». Обратите внимание, как она работает. Вы надеваете, и происходит суперлифтинг, который подобен хирургической лицевой процедуре. Вы заметите, как подтянутый контур лица в зеркале с первого применения уже виден. Корсет-маска, которая выполнена из медицинского силикона, является многоразовой, дает вот такой шикарный результат подтяжки до и после. Она абсолютно не имеет срока годности. Она будет прекрасным усилителем вашего повседневного ухода, который вы наносите под маску. И обратите внимание, пожалуйста, что мы с вами видим. Это, во-первых, результат устранения возрастных обвисаний, уточнения контуров овала лица, разглаживание глубинных и среднезаглубленных морщин, усиление внутреннего кровообращения. Посмотрите, наша Светочка, какой был тяжелый тургор. И именно благодаря корсет-маске «Доктор Кос» она ее подтянула, причем она увлажнила свою кожу и сделала лучше это, чем любой другой крем, благодаря именно четкому контуру. Влага внутри не испаряется, она глубже проникает в кожу, а значит эффект длится дольше, ощущается сильнее. Именно поэтому корсет-маска «Доктор Кос» для быстрого, сильного увлажнения и подтяжки вашего лица. Обратите, пожалуйста, внимание, они заменяют процедуры. Какие? Лазерное омоложение, контурная пластика, нитевой лифтинг, круговая эндоскопическая подтяжка лица. Причем мы видим сейчас, Арина Нагаева надела эту маску, она застегнула ее крест-накрест. Посмотрите, она плотно облегает ваше лицо, она плотно идет по скуловым формам, она плотно идет, если у вас, допустим, есть второй подбородочек, она его хорошо подтягивает. И при этом уже через 20 минут эта процедура, она дает свои результаты. Обратите внимание, мы получаем маску силиконовую. Она отличная. Она, кстати, да, она, этот медицинский силикон как раз применяется в имплантации пластическими хирургами. То есть он абсолютно приживается не только коже, да, но и, конечно же, нашей дерме. Здесь есть специальные нити и специальные как раз на точки, благодаря которым они держатся. Дальше вы получаете самый лимфодренажный массаж. Я вам покажу. То есть вот таким образом вы ее надеваете и крест-накрест вы ее застегиваете на своем затылке. Самое главное, она безразмерная, она подойдет абсолютно всем. У нее будет очень плотное прилегание, то есть оно должно схватить лоб, обязательно скуловые точки, обязательно подбородок, если, допустим, у вас есть второй подбородочек. И самое главное, что сзади, вот обратите внимание, тоже такой момент, у нас есть с вами два крепления. Посмотрите, да, то есть вот они, фиксаторы. Мы можем закрепить их вот таким образом, да, то есть по объему головы, а можем это сделать крест-накрест для того, чтобы у нас плотнее сидела эта маска. Таким образом у нас с вами эффект будет еще сильнее, то есть вы плотно надеваете, вы наносите под нашу маску увлажняющий крем или сыворотку, и все, держите 20-25 минут. После использования промыть маску теплой водой. Любая вторая маска у нас сегодня стоит 2000 рублей. 2000 рублей сегодня любая вторая маска. Почему я сейчас говорю, нужно ее приобретать? Потому что впереди у нас зимний сезон, это Новый год, это праздники рождественские. Вы хотите привести себя в тонус, вы хотите привести себя в порядок. У вас есть время каждый день надеть такую маску, которая будет работать. Что? Будет работать на красоту, на омоложение. Посмотрите, буквально через 20-25 минут вот такая подтяжка лица у вас происходит. Но самое главное,
Что мы с вами видим? Подтягивается у нас контур лица, подтягиваются глазки, уходят носогубные морщины со временем, становятся пухлыми губки, и это все благодаря именно нитевому маску, морский корсету для подтяжки контура лица. Я напоминаю, что это южнокорейский бренд Dr. Kos, который зарекомендовал себя. И самое главное, что вместе с применениями с нашим кремом в 10 раз сильнее, в 10 раз глубже проникает крем именно в саму дерму, и вы выглядите еще моложе и еще красивее. Поэтому будьте молодыми в любом возрасте, в 50, в 60, в 70 лет, буквально 20-25 минут в день. Она многоразовая, после того, как вы ее применили, вы ее снимаете, теплой водой промываете и снова надеваете. Ее можно надевать утром, ее можно как раз именно благодаря этой маске у нас уходят отеки, у нас лимфа начинает работать, именно поэтому мы избавляемся от кругов под глазами, от отечных глаз, от такой объема, да, который у вас присутствует в зоне лица и от которого хочется избавиться. Но я еще раз напоминаю, что это альтернатива самым шикарным процедурам, бьюти-процедурам, и которая дает гарантированный результат. Мы с вами знаем, что аппаратный массаж минимум стоит 4000 рублей, а благодаря маске-корсету мы получаем уникальную процедуру, которая всегда да и везде с вами. Цена сегодня 3999 рублей, и любая вторая маска стоит 2000 рублей. Пожизненное использование при правильном применении, вы будете пользоваться ей много и долго лет. Но я еще раз напоминаю, что через 2 месяца у нас новогодние праздники. Вы знаете, у нас телезрительница одна написала, говорит: девчонки, благодаря вашей маске я пошла на выпускной к моему внуку в 11 классе, самой красивой. И потом, уже через некоторое время, даже смотря фотографии, я видела, что изменения налицо. Ни один крем, ни одна сыворотка не давали такой результат, как подарила мне результат корсет маска Dr. Kos. Это бандаж для вашего лица. И если вы слишком быстро похудели, и если вы хотите убрать второй подбородок, если вы хотите иметь красивое, стройное личико и при этом быть молодой, корсет маска Dr. Kos для вас. Остерегайтесь подделок, голографические наклейки говорят только об оригинальности продукта на телеканале Shop & Show.